Хай, народ! Рад снова всех вас видеть. Как всегда, по четвергам мы здесь говорим про кино. Это «Объектив», меня зовут Алексей. Поехали! Усаживаясь перед экраном, иногда хочется посмотреть что-нибудь эдакого, чтобы захватило и не отпускало. Я имею в виду фильмы, сохраняющие интригу до конца. Да еще и в конце, чтобы все складывалось так, что прям диву даешься. Вот о таких фильмах с непредсказуемым финалом мы сегодня и поговорим. Убийца посягает на главные символы этого города. Еврей. Блудница. Это жертвоприношение в лабиринтах Лондона. Мы встречались несколько месяцев. Кто-то пытался нас шантажировать. Ваши показания неточные, сеньор Дориа. Я сказал правду. У нас 180 минут, чтобы начать сначала. Все-таки до него добрались. Вы полагаете, его убили? Нет. Просто он ничем не болел, а вот враги у него были. Это верно. Он был убит. Боже. Сеньор Фогель, кому тогда принадлежит кровь на вашей рубашке? Вы думали, что здесь, в окружении гор, вы все в безопасности? Вы были убеждены, что маньяк пришел издалека. Женщина, она просит впустить ее. Ты ей не поможешь! Ей уже конец! Что это? Тихо. Как нам выбраться отсюда? Это так ты благодаришь меня за спасение? Отпусти! Первый на сегодня рассказ будет про ленту «Голем» 2017 года. Очень мрачный триллер из Великобритании. Итак, Лондон, 1880 год, район Лаймхаус. Его сотрясает серия убийств. Полиция расписывается в собственном бессилии. А среди народа распространяются слухи, что злодеяние – это дело рук не человека, а рукотворного монстра, выходящего по ночам на охоту. Все местные верят в глиняного голема. Якобы это он совершает жестокую расправу над обитателями города. Чтобы разобраться во всем этом, в район, где творится весь этот кошмар, прибывает знаменитый инспектор Килдер. Теперь ему предстоит распутать клубок местных тайн, чтобы выяснить, кто же действительно виноват в случившихся трагедиях. И финал, как вы понимаете, далеко не очевиден. Сколько трупов? 5. Я такого никогда не видел. Тот, кто наблюдает, проливает не меньше крови, чем тот, кто наносит удар. Это послание. Нам. Лондон, 1890 год. В народе уже ходит миф, что за этими убийствами стоит мистический голем. Монстр в обличии человека, оживленный каббалистами. Нам нужно проникнуть в его психологию, чтобы это понять. От сценариста «Кингсман», «Секретная служба» и «Женщина в черном». Представляю вам мистера Дэна Лено! Как тебя зовут? Лиззи, сэр. Иди сюда, затяни корсет. Голем. Кто станет его следующей жертвой? Ты как будто другой человек. Ты что-то скрываешь? Сохранишь мой секрет, и я сохраню твой. От продюсера интервью с вампиром. Мы называем их убийство Лаймхаус Голема. Если мы докажем, что ваш муж убийца... Вас могут отпустить. Охотясь за убийцей. Сколько еще людей умрет, прежде чем вы поймаете голема? Только обвиняемая женщина. Я слышала, как мистер Кри говорил перед смертью. Ты дьявол. Это ты сделал. Но голем все еще на свободе. Пока я трачу время, люди умирают. Я не могу рассказать вам то, чего не знаю. Расскажите, что знаете. Убийца посягает на главные символы этого города. Еврей. Блудница. Это жертвоприношение в лабиринтах Лондона. Каждый под подозрением. Кто знает, на что способен любой из людей? Мы все носим маски. И не
кто. Чему эти игры, Лиззи? Почему вы не признаете, что знали или хотя бы догадывались, кем он стал? Это игра, которую вы затеяли. Не невинен, как кажется. Вы нашли Лаймхаусского голема? Вообще-то, нашел голем. Второй в сегодняшнем списке фильм «Невидимый гость» 2018 года. Это своего рода триллер-детектив. По сюжету молодого бизнесмена жестко подставили, обставив все так, будто он виноват в смерти своей любовницы. И чтобы выкрутиться, он нанимает суперкрутого адвоката Вирджинию Гудман, которая способна буквально за один вечер выстроить линию защиты так, чтобы выйти победителем из любого положения. Тем более, что только один вечер до суда у подозреваемого и есть. И вот чем закончится их беседа, просто невозможно предсказать. Для тех, кто не видел, рекомендую. Ты останешься в Барселоне? Я вернусь домой, к вам. Позвони перед вылетом. Люблю тебя. Я тоже. Ваше первое воспоминание? Когда я очнулся, начался кошмар. В полицейском отчете сказано, что свидетели слышали крики, но не видели, чтобы кто-то покидал номер. Дверь была заперта изнутри на цепочку. Они проверили все выходы, которыми мог воспользоваться убийца. Ничего не нашли. Выходит, если верить вам, преступник просто испарился. Никто не готовит свидетелей к суду так, как она. Это ее последнее дело. Уверяю тебя, она настроена выиграть его. Давайте по порядку. Мы встречались несколько месяцев. Кто-то пытался нас шантажировать. Ваши показания неточные, сеньор Дориа. Я сказал правду. У нас 180 минут, чтобы начать сначала. Ладно. Хочешь поиграть? Поиграем. Ты ведь не хочешь все потерять. Я знаю, что видел. Не надо лгать. Это западня. Эта женщина что-то скрывает, как и вы. Никто не видел, никто не знает. Зачастую фильмы с классным сюжетом – это экранизация мировых бестселлеров. Ровно такой отличной работой, по моему мнению, стала кинолента «Убийство в Восточном экспрессе» 2017 года по роману лично мной обожаемой Агаты Кристи. Если вдруг так получилось, что подзабылся сюжет, то немного напомню. Действие развернется зимой в экспрессе «Стамбул-Кале». Здесь, в самом роскошном поезде Европы, оказывается убит человек при весьма загадочных обстоятельствах, и 13 других пассажиров попадают под подозрение. Загадку разгадывал легендарный Эркюль Пуаро. Актерский состав, кстати, фильма также порадовал. В общем, рекомендую. Есть нечто странное в том, что незнакомые люди вынуждены проводить многие дни вместе. Хотя их объединяет лишь желание переместиться из одного места в другое и никогда больше не видеться. В этом поезде витает дух зла. Один из пассажиров мертв. Все-таки до него добрались. Вы полагаете, его убили? Нет, 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 нет. Просто он ничем не болел, а вот враги у него были. Это верно, он был убит. Боже, убийство здесь? Мир его праху. Кто-то обшаривал мое купе посреди ночи. Никто меня не слушает. Раз было убийство... Что происходит? То есть и убийца. Этот убийца среди нас. И каждый из вас под подозрением. А кто вы такой? Меня зовут Эркюль Пуаро, и, пожалуй, я величайший детектив в мире.
А вот следующая картина «Девушка в тумане» 2017 года оставила неоднозначное впечатление. Споров вокруг нее тоже достаточно. Что сказать, на вкус и цвет, как говорится. Продолжительность этой детективной истории с элементами триллера чуть больше 2 часов, и многие посчитали фильм чрезмерно затянутым. Но было и довольно много положительных отзывов. Как мне кажется, эта история понравится всем, кто любит детективы и размышлять во время просмотра. 23 декабря в 17 часов Анна Лу выходит из дома и отправляется в церковь. Больше ее никто не видел. Я прибыл сюда, чтобы найти пропавшую девушку. Нет смысла ходить кругами. Мы просто теряем время, которое принадлежит Анне Лу. Почему она? Никто не знает. Помогите ей вернуться домой. Поэтому зло – подлинный двигатель сюжета. Куда ведет эта дорога? В долину, и там заканчивается. Излишнее спокойствие убивает. Вы не знали? Где ты был, когда пропала девочка? Репортеры уже в курсе. Скоро их здесь будут тучи. Человек, которого мы ищем, расчетлив, хитер и умер. Он может прийти вечером. Сеньор Фогель, кому тогда принадлежит кровь на вашей рубашке? Вы думали, что здесь, в окружении гор, вы все в безопасности? Вы были убеждены, что маньяк пришел издалека. Однако в глубине души вы подозревали, что зло всегда обитало где-то рядом. И напоследок еще одна история с непредсказуемым финалом. Фильм 2016 года «Кловерфилд 10». Тут смешано несколько жанров. Это и детектив, и фантастика, и драма, и, конечно, триллер. По сюжету главная героиня приходит в себя после аварии в таинственном бункере, который и становится ее домом на ближайшее время. Хозяин этого помещения уверяет, что случилась некая катастрофа, и данный подвал – самое безопасное место. Кто он, спаситель или маньяк, увидим, посмотрев кино. Игра актеров, на мой взгляд, на высоте, да и сюжет неоднозначный. Если не видели, обязательно посмотрите. Подверглись атаке. Не уверен, химической или ядерной. И где именно вы сейчас? Под моим домом на ферме. Привет. Извини, не хотел напугать. А рука? Ты не пытался бежать отсюда? Я торопился сюда. Там женщина. Она просит впустить ее. Ты ей не поможешь! Ей уже конец! Что это? Тихо. Как нам выбраться отсюда? Это так ты благодаришь меня за спасение? Отпусти! А на сегодня наше время истекло, друзья. Разумеется, тот список фильмов, который я сегодня вам представил, далеко не полный. Поэтому будет о чем поговорить в следующий четверг. Смотрите хорошее кино, берегите себя и пока!